В Актобе суд обязал осужденных по нашумевшему делу о крупной финансовой пирамиде возместить ущерб 16 тысячам вкладчикам. При этом 35 потерпевших и гарант 24 ломбард не дожили до приговора. Как сообщили в областном суде, с момента начала деятельности финпирамид имущество многих вкладчиков переходило к новым собственникам, которые, например, покупали квартиры, машины и об обмане не знали. В дальнейшем возникали споры о принадлежности имущества. Поэтому при вынесении приговора уголовный суд не удовлетворил часть требований потерпевших, сославшись на то, что они могут отстаивать их в гражданском суде. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Иски 35 потерпевших оставлены без рассмотрения в связи со смертью. 99 исков оставлены без рассмотрения по ходатайствам потерпевших. Напомним, 26 августа в Актобе нашумевшее уголовное дело финансовых пирамид «Гарант-24 Ломбард», «Выгодный займ», «Эстет Ломбард», «Нурали Капитал» завершилось обвинительным приговором. 48 обвиняемых суд приговорил к реальным срокам лишения свободы от 7 до 18 лет.